Здесь, ребята, много громких слов про русского солдата. Он обычный парень, он простой, то ли он женатый, то ли холостой. Но он герой, но он герой, и за Россию будет рваться в бой. Танки, самолеты, но зачем держать нас всех за идиотов? Кто из них в атаку со штыком готов? Да за океанских этих чудаков. А наш герой, за Крым и за Донбасс он примет бой. А наш герой, за Крым и за Донбасс он примет бой. В новостях хватает воплей и истерик о великой мощи разных там Америк. И что в каждой ямке их не как ковбой, Супермен и Бэтмен в форме голубой. А наш боец такой один, он кирзачак и вовсе брал Берлин. А наш боец такой один, он кирзачак и вовсе брал Берлин. Не стоит лишних слов, ребята, за родного парня русского солдата. Он веселый, смелый и простой. Он, конечно, добрый, но бывает тут. И он герой, и за Россию будет рваться в бой. И он герой, и за Россию будет рваться в бой.